Короче, сразу, да, true story, да. Мы были, когда в Омске, мы взяли вот эту же хуйню на разогрев в начале. Этих же долбоебов. И, короче, они отыграли сет, и все съебали. Мы выходим в пустой зал, блядь. Такие лохи, прикиньте. В Омске пиздец все это с людьми. Они как бы, ну, блядь, это же тупость заплатить, ну, типа, за полный концерт отстоять только половину, блядь, и уйти с чувством того, что ты, типа, полный концерт отсидел. Это пиздец долбоебизм. Мы верили в Петербург, что так вы не сделаете. Ну, потому что логично же, что музыка играет, мы что-то ушли, ничего не попрощались, не сказали. Ну, в смысле, не мы, а вот эта хуйня. Вот. Ну, и, собственно, смотрите. Потому что вначале просто это было для оттяжки времени. Забудьте, нахуй, как страшный сон. Это была полная хуйня. И не стоит придавать этому серьезное значение. Любое уныние и все, что накопилось у вас за время выступления этих долбоёбов, нужно все стереть. И мы, собственно, здесь для того, чтобы у вас в этот будний день был настоящий праздник на сердце. Потому что музыка Вселенной Беглоцикл — это позитив и добро, и любовь. И вы как никто, должны об этом знать. Сегодня я подготовил много... Нихуя не подготовил, честно, но просто как бы буду на ходу накидывать вам всякие темы пиздатые, на мой взгляд. Как всегда, банальные для плебеев, но мы все такие здесь. Вот. А сейчас я хотел рассказать, короче, анекдот. Я сейчас, ну, тренируюсь рассказывать анекдоты. Но самый пиздатый, который подготовил, я забыл его. И поэтому я расскажу заготовку. Сейчас. У тебя, говорит, ботинок-то грязный, у тебя, говорит, галстук мятый. Ты, говорит, сперва покажи-ка свой паспорт. Ты, говорит, ёбнутый или поддатый? Она говорит, блядь, да чё ты мелешь? Она говорит, отойди, пожалуйста, закрой хлебальник. Она говорит, блядь, да какого лешего? А я шепчу. Отчаянно. У тебя грит. У тебя грит. Чё грит-то, бля, сука? Ты чё, говорит, заладил там, парень? А вдали уже сирены, звуки. А вдали уже видны пожарные. И я ее хватаю силой, да? Бессвязную хуйню парю. Она говорит, уберите, блядь, дебила. Она говорит, и я грю. И все грит. Все грит. Все грит. Ну все, спасибо, что пришли. До новых встреч! Это был охуенный концерт! Спасибо! Питер, вы лучшие, пиздец. Акула съела микрофон, бля. Охуеть. Не, у меня реально первый раз такой. Первый раз акула съела микрофон, бля. Шок-контент. Ну все, блядь, я не знаю, что говорить. Запускай. Тянешь про судьбу России, про какашки да про геев пассивных. Не смешно, бля. Я депрессивный. К
покажешь мне своих сисек массивы. Говоришь, что я чертовски красивый, да мне похуй, если честно. Я депрессивный. Не беси, блядь, я депрессивный. Не беси, блядь, я депрессивный. Раз, два, три, четыре. Не беси, блядь, я депрессивный. Хочешь вытащить меня из трясины, то напялишь чулки, то лосины. Не старайся, я депрессивный. Говоришь, чего такой депрессивный? Говоришь мне, мол, себя не насилуй. Не лечи, пожалуйста, меня. Ха! Я депрессивный. Не беси, блядь, я депрессивный. Не беси, блядь, я депрессивный. Раз, два, три, четыре. Не беси, блядь, я депрессивный. Не беси, блядь, я депрессивный. Друзья, очень-очень реально быстро летит время, и поэтому мы, как и подобает большим артистам, будем поздравлять вас с грядущим большим праздником. С наступающим Новым годом, ребята! Совсем скоро мы под елкой будем находить подарки, и мы... Поздравляем, в общем, вас с этим охуенным грядущим праздником. Пусть вы под елкой найдете закладку. Спасибо большое! Давай!
Давайте готовиться к лету и сбрасывать вес. Во всех смыслах. Ребят, в общем, смотрите, как и подобает вообще на всех наших концертах, возможно, вы уже забыли, потому что последний раз, когда мы там выступали, 2002 где-то так вот, много времени прошло, но мы всегда строили свою программу так, чтобы после концерта... Ну, блядь, да заебала эта акула. Так, извините. Я просто, знаете, я хочу как бы ходить, вот знаешь, как стендаперы, вот типа они ходят вот так по сцене, и мне тоже хочется так, но, блядь, тапки я неудачные выбрал. В общем, смотрите, мы всегда строили свой... Что, блядь, происходит? Не, парни просто рано начали это шоу, это потом, попозже будет. В общем, мы всегда, блядь, строили свой концерт так, чтобы максимальному количеству людей, ну, мы так подсчитывали, в среднем где-то 86% аудитории после этого обязательно у них был коитус. И сейчас, ну, будет такая коротенькая телега, да, обращенная скорее к мужской части населения, я так понимаю, к немногочисленной. Вот. Короче говоря, парни, сейчас будет песня, после которой, в принципе, можно присматривать себе жертву на вечер. Песня вроде бы должна работать как бы наоборот, но мы проверили реально. Даже в Омске, в Омске все ушли с этой части. Я думаю, Омск сейчас начнет загибаться резко. То есть демография там обвалится нахуй вся. Но в других городах, да, ну реально в Казани мы не были, да, еще. Хотел напиздеть, что в Казани был взрыв демографический, но он там будет. Вот, и мы хотим, чтобы в Питере тоже был демографический взрыв, тем более, что сейчас за рождение мальчика даже медаль дают, ну типа такую золотую, я слышал. Да, ребят, все, кто хочет получить медаль, присматриваемся к девчонкам, да, и... Делаем какие-то планы на вечер. А мы пока что вас... Ой, блядь, заебался говорить. Немножко разогреем. Все. Смотри, умоляю, считай, и гемотик пойми,
Я до свадьбы мини аккуратно не обнимил. Ну там секса не будет, только после свадьбы. Скажи своей маме, чувства проверил, ведь мы же не смеем, а приличные люди. Так что секса не будет, секса не будет, только после свадьбы. После свадьбы, секса не будет, только после свадьбы. После свадьбы, секса не будет, секса не будет, секса не будет. Спасибо! Так, мы вот подумали, что может быть пиздаче, чем секс. И пришли к выводу, что круче, конечно же, всегда жрачка. У нас очень много, в принципе, песен про еду, такого гастрономического толка. И мы не можем обойти эту тему. Естественно, мы ее сейчас сыграем. Но следующая песня — это не просто песня про еду, это песня про убеждения. И это больше, чем песня про какой-то гастрономический синдром. Поэтому слушаем и наматываем на ус. Был я тощий, как скелет, а теперь мясной совсем. Я пацан не без греха, но с котлетами везло. Знаю, что из петуха есть котлету западло. Лучше из говна уха и суп из лопуха. Дай из куры мне котлетку, нахуй мне из петуха. Лучше из говна уха и суп из лопуха. Ну дай из куры мне котлетку, нахуй мне из петуха. Чтобы было ясно всем, петухов я не люблю, мясо петухов не ем. Ну-ка покажи-ка, мать! И петух ли варится, лучше землю буду жрать, чем вот так зашквариться. Уж лучше из говна уха, да из куры мне котлетку, лучше из говна уха и суп из лопуха. Нахуй мне из петуха, соло!
Спасибо. Так, а в зале есть музыканты? Ой, блядь, идите нахуй. А что вы пришли, блядь? В будний день. Хули вы не работаете? Короче, я считаю, что музыкантам надо пиздовать всем работать, блядь. Следующая песня для вас тогда, ребята. Я в юности играл на трубе. Играл я на трубе так себе. Может, дело было в купе, но я на ней не менее не пер. Потом пахал, как вол на ферме. Потом задумался о семье. Нормальная работа и босс, но мучает по жизни вопрос. На кой я хер играл на трубе? На кой я хер играл на трубе? На кой я хер играл на трубе? Только время зря потратил, блядь. На кой я хер играл на трубе? На кой я хер играл на трубе? На кой я хер играл на трубе? Как дурак, блядь, живу я без проблем и проблем. Баба есть и скоро родит. Живем в своей однухе в тепле. Почти не пью, топлю за зенит. Работаю, мозга не ебу, но иногда, как вспомню трубу, то злюсь и не могу даже спать. Аж хочется трубе уебать. На кой я хер играл на трубе? На кой я хер играл на трубе? На кой я хер играл на трубе? Только время зря потратил, блядь. На кой я хер играл на трубе? На кой я хер играл на трубе? На кой я хер играл на трубе? Сейчас вам сыграю. Наверное, один из главных месседжей за сегодня. Я снова обращаюсь к мужской аудитории. Пацаны, если вдруг сегодня, даже после всех этих мегасексуальных песен, ничего не получится, смотрите, короче, такая тема, да? По опыту говорю. Если даже до 30 лет ты считаешь, что ты стопудов гетера, то после 30 ты начинаешь понимать, что ты как минимум бисексуален. И я думаю, что многие из вас пришли сегодня с другом. Ну, короче, смотрите, такая хуйня. Вот мы с Котей очень много ездили по стране вдвоем. И потом, короче, так сильно заебались во всех смыслах, что взяли диджея досуга.
И вот вы смотрите, вот вы как себе представляете? Вот вы после концерта подваливаете к, ну, какой-то цыпочке, да? Вы его вообще не знаете, и вот сразу хотите как, ну, как бы совокупиться, да? А друга вы знаете, ну, блядь, лет 10-15. То есть вас по-любому дохуя всего объединяет. То есть не просто так у вас сложилась эта дружба. И даже если вам не 30, как мне, я уже как бы вообще, ну, эту грань перешел, да? И у нас хоть и в туре было все как бы, и даже может быть и лишнее что-то. Вот. Но если вдруг чего-то не срастется с противоположным полом, блядь, приглядитесь к другу реально. Сегодня как раз тот самый день, четверг, по лунному календарю. Это как раз тот самый день, когда можно себя чуть лучше узнать. Открыть в себе какие-то новые грани. А чтобы вас как-то к этому чуть больше подтолкнуть, блядь, сейчас будет мотивирующий трек. Я думаю, что вы, как, собственно, и мы, гордитесь тем, что Питер — самый криминальный город страны. И мы когда приезжали, знаете, во всякие изнеженные городки, знаете, типа там Омска, Новосибирска, Кургана, и они, знаете, живут как в этой, как в Швейцарии, блядь. Убийство видят раз в год, и то там типа кошку, блядь, кто-то убила, мышь большая. И типа все, трагедия, блядь, все газеты пишут об этом. Вот сразу мэр меняется, и вот эта вся хуйня, асфальт перекладывают. Даже если все произошло летом. Хотя, а кто, блядь, летом асфальт вообще меняет? Вы видели где-нибудь такое? Обычно же зимой.
И, короче, мы вот в этих городах даже думали, типа, играть эту песню или нет, потому что они все равно нихуя не поймут, типа, и для них это где-то вообще в параллельной реальности происходит. Вот. А в Питере мы с удовольствием всегда играем этот трек, ну, как всегда, блядь, сколько раз вот было, да, ведь всегда играли. Вот. И эта песня, собственно, про то, ребята, как мы с вами живем. Ну, то есть, вот, в принципе, я вот, когда выхожу из подъезда, да, я точно знаю, что я могу нарваться на нож. И я думаю, что вы тоже выходите, как бы, да, и у вас у всех есть там травмат, нож, кастет. Мы так живем, питерцы, мы так живем. Вот. И, собственно, эта песня об этом, о вас, о нас, обо мне. Про диджея, блядь, досуга тоже. И про котю. Я так-то в курсе всех этих дел. Если не знал, я про это не пел. Я сам так-то не блатной, но мой двоюродный дядя блатной. Я на разборках не был сам, но если был, я бы не засал. Я как представлю, что я сидел. Я криминал, я беспредел. Я как представлю, что я сидел. Я криминал, я беспредел. Я как представлю, что я сидел. Я криминал, я беспредел. Я как представлю, что я сидел. Я криминал, я беспредел. Я сам, в принципе, не вор. Но если чё, я легко бы спёр. Возил машину у друга на. Так вот она в угоне была. Я не сидел, но при всем при том, я стопудов бы не стал ментом. У нас сосед из мунтовки гусь. Я даже с ним не здороваюсь. Я как представлю, что я сидел. Я как представлю, что я сидел. Я криминал, я беспредел. Я как представлю, что я сидел. Я криминал, я беспредел. Я как представлю, что я сидел. Я криминал, я беспредел. Котя! А у меня одноклассник, охранник в тюрьме. В одноклассниках добавился ко мне, пишет Котя. Привет! Не помнишь, поди, а я ему помню, Вася, только нахуй иди. А другой одноклассник, он сидел два раза, и оба раза за ограбление нашей местной овощебазы. Вот я его уважаю, он парень честный, нормальный парень. А вы охуенные, я как представлю, что я сидел. Я как представлю, что я сидел. Представлю, что я сидел. Я криминал, я беспредел. Я как представлю, что я сидел. Я криминал, я беспредел. Я беспредел. Я беспредел. Я беспредел. Так, и, наверное, нам нужно во всей этой криминальной истории поставить жирную криминальную точку. И следующая песня, она особенно для меня важна. Во-первых, потому что это автобиографический трек. Во-вторых, все, что там рассказывают, это чистая правда. Так оно все и было. И третья причина, ну, как бы это... По сути, это песня о моих первых
так скажем, серьезных отношениях, близком половом контакте. Бля, давай досуг запускай. Спасибо большое! Короче, я сейчас подумал, что из-за того, что я так много и часто обращался со сцены к одним только пацанам, может показаться, что я даже не бисексуал, а, блядь, из этих. Не, вообще, как бы, я думаю, что все в курсе, что я... Вообще топлю за ЛГБТ и за всю эту хуйню. Ну так, знаете, если прижмет. О, такая тема. И, короче, ну, вся вот эта, как бы,
Дырявая тема мне, конечно, очень близка, но сейчас не об этом, да? Сейчас мы говорим о прекрасном. Сейчас песня посвящается «Завали ебальник нахуй». Короче, сейчас песня посвящается девушкам, и поэтому орать не надо. Сейчас нашим цветочкам, нашим... ну, короче, вот многие те, кто вот уже после 30 где-то сомневающиеся, да, они считают, что ну, без вас заебись. Но это не так, это не так. Без вас планета погибнет, вымрет. И, блядь, пластиковых бутылок будет гораздо больше. Поэтому песня для вас, женщины, с 8 марта. Wow!
Ребята, смотрите, наше умопомрачительное сладкое рандеву подходит, к сожалению, к концу. И сейчас у нас такой план. Мы вначале вам сыграем такую как бы грустную хуйню, а потом веселую хуйню. И расстанемся. Расстанемся, но не навсегда. Но об этом чуть-чуть позже. А пока что грустная хуйня. Ребят, если даже после этого, как мы считаем, легендарного концерта у вас, вы не найдете дружбу, не найдете любовь, пусть хотя бы у вас всегда в жизни будут наркотики. Чего хотите?
выбирайте, глядите. Баклажаны, черешня. Попробуйте, съешьте, да. Конечно, все свежее. Чего вам смешать? Это наркотика. Просто наркотика. Немного наркотика. Просто наркотика. Немного наркотика. Просто наркотика. Немного наркотика. Простите, поправка. Это продуктовая лавка. Здесь клубника, шелковица. Я не наркоторговец. Мы немного неправы. Еще есть приправы. Базилик и мята. Надеюсь, понятно? Мне бы наркотика. Просто наркотика. Немного наркотика. Просто наркотика. Немного наркотика. Просто наркотика. Немного наркотика. Окей, я вас понял. Есть гидропоника. Есть камень приличный. Темно-коричневый. Спидуха, чтоб вставил. Есть даже на свай. Есть хмурый недорого. И лиственный короб. Нет, мне бы наркотика. Немного наркотика. Просто наркотика. Немного наркотика. Просто наркотика. Немного наркотика. Да каких вам наркотиков? Каких вам наркотиков? Каких вам наркотиков?